обеспечить всех желающих местом в дошкольном учреждении. Одна из важнейших задач сразу нескольких национальных проектов. За последние годы в республике построено более 44 новых детских садов. В ближайших планах ввод в эксплуатацию еще 12. Один из них строится в Цивильске. Сегодня около 500 детей, проживающих в Цивильске, стоят в очереди в дошкольные учреждения. В рамках национального проекта «Демография» в июне этого года в городе началось строительство нового детского сада. Для этого из бюджета было выделено более 210 миллионов рублей. Детский сад рассчитан на 240 мест. В данном детском саду будут созданы все условия для детей, в том числе бассейн, где дети будут обучаться плаванию с малых лет. Несмотря на сжатые сроки, а садик должны сдать в конце декабря этого года. Все работы ведутся по графику. Бригады работают в две смены. Здание почти построено. Внутри уже ведутся отделочные работы. Скоро, думаю, запустят котельную, что облегчит строительство и отделку внутренних помещений и всего здания. Среди прочих плюсов родители будущих воспитанников дошкольного учреждения отмечают и его удобное расположение. Да, он находится в центре, хорошо, и родителям намного будет проще привести своих детей в садик и уехать на работу. Стоит отметить, что после ввода в эксплуатацию этого детского сада все маленькие цивиляне старше полутора лет смогут получать дошкольное образование. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика.